нашого шоу. І ваші серця будуть підкорювати двоє дуже схвильованих братів. Молодший Микола хотів прийти на головне шоу України, а от старший так боявся провалу, що не піддавався жодним вмовлянням. Зрештою, бажання молодшого виявилося сильнішим, а на хлопців чекав не провал, а місце у півфіналі. Анатолій і Микола Кухаренки. Когда мы уже вышли, уже нас объявили, мы вышли, я встал, и я понял, что там действительно сцена под наклоном, да все. Там уже начинался страх. Нормальных трюков мы сделать даже не смогли. Это не то, что страшно, а потому что просто не могли. Мы как под наклоном на лестнице нереально стоять. Мне очень понравилось ваше выступление. Спасибо. Зная все сложности, вы проходите дальше. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Вывели Страховых, этих двух таких амбалов, и Кухаренко, братья, и мы стали. Ну все, сейчас их возьмут, у нас не возьмут по-любому. Вы в півфіналі, вы дуже вправна пар. Спасибо, что пришли. До зустрічі. Вот яма поднимает вообще лицо без эмоций и смотрит на нас. Чего вы стоите? Вы тоже проходите. И мы такие, а этот как давай прыгать на меня. Буф, сбил. Это он за сценой еще. А, правда, мы прошли. Ну, мы прошли. Фу, ура! Если это, то есть до школы у нас была одна кровать. Мы что? Да, мы спали на одной кровати. У нас мы всегда были вместе. Мяч, футбол, все, это все вместе. Студия, улица, лавочка, друзья. Они друг друга дополняют. У них были конфликты. Шах. Но это такое, просто на 5 минут, а потом подойдут, скажут, да, я тебя люблю, я тебя люблю. Я рад, что у меня есть такой братик. И часто все тоже друзья, а что такое вообще лечится, что вы там делаете? Не, надо тебе просто это увидеть. Сначала тяжело было вообще, не понимали, там кричали друг на друга, да ты там не так ногу ставишь, да ты там не так руку сунешь, ну как, знаете, и тем более братья, да, все, давай, иди ты с лестницей. Да если успокоится, если он сможет себя успокоить и не будет вот этого, тогда, конечно, все сделано красиво. Я никогда не мог предсказать лестницу, никогда, вот еще не было в жизни. Она всегда может лететь в любую сторону, под себя, в бок, влево. Хочется, чтобы так люди смотрели и говорили, да, вот это он достоин десятки, он крутой. Весела история про одне кохання на трьох. І з дуже несподіваною розв'язкою. Півфіналісти шоу «Україна має талант» Анатолій та Микола Кухаренки. Thank you.
Анатолій і Микола Кухаренки на сцені головного шоу України. Толю, я знаю, що ти дуже боявся йти на шоу «Україна має талант». Було таке? Так, да, дуже. Чого ти боявся? А я ще не навчився замічати точки з образом. Такой, ну, це я навчився вже. Ага. Довго вчився? Та от десь дні 7. Ага. Ну, тепер ти у півфіналі. Які відчуття? За вас вболівають тисячі людей. Відчуття? Ого. Ну, взагалі такі... Ого! Ого! Відчуття! Масштабний, нельзя в одному слові розказати. Микола, очень... у тебе? Класно, все супер. Класно, все супер. Да, жалко, только у нас немножко один трюк не получился. На що розказуєш? Ніхто не чув. Хлопці, зараз час почути, що про вашу романтичну історію думають наші судді. Ігорю? Я не чув, але я бачив. От те, що сказав Анатолій, насправді я хотів сказати, ви ще трошки не навчилися. Може, ти особливо артистизм в номері подавати, розумієш? Така була напруга, коли ти піднімався сходами, що я думав, у мене зараз серце зупиниться. А коли закінчився номер, хопа, і посмішка. Ну, тому що все, ну, не номер, а трюк закінчився. Мені здається, що ви мене особливо не сильно здивували з часу кастингу. Номер класний, постановка цікава. Двоє близнючок – це знахідка для вас. Ну, таке от. Спасибо. Влада, тобі як? Ну, мені нравится. Напруга. Попробуй по такой лестнице на второй этаж девчонки. Конечно, напруга будет. Это ж не просто. Напруга от лестницы или от девчонок? Він просто забув, як це робиться. Он уже не помнит, да. Очень легкий для восприятия номер. История понятная. Ну, да, не просто, может быть, было. Где-то переволновались. Сцена большая, прямой эфир, все такое. Но все равно достойный, хороший номер. Мне кажется, все в порядке у вас. Спасибо большое. Дякую, Влада. Слава, ты как девчина повинна оцінити. Не, ну, конечно, если под окном такое, ух, оценила бы, конечно. А, даешь каждому идальго по персональной сеньорите. Мне кажется, это хороший лозунг. Сегодня у наших участников в этом смысле все сложилось. Что касается выступления, ребят, ну, могу сказать, что этот номер, это действительно был настоящий такой шаг вперед. Вы потрудились, и это видно. У вас очень много появилось серьезных вещей, которые мы не смогли увидеть на кастинге. И это нас радует. Это не все, потому что нам выставили номер, он был на 8:40. Потом это, ну, убрали элементы. Поджали, конечно. Мы же все-таки в прямом эфире. У нас время стоит дорого. Мы хотели увидеть самое лучшее. Я думаю, что вы смогли показать, что вы выросли. Вы стали на голову выше. Конечно, немного не справились с волнением. Ну, я думаю, ребят, у вас еще все впереди. Спасибо за выступление. Удачи вам сегодня. Спасибо большое. Дякую. И Микола, и Анатолий. Теперь уже вдвох. Дуже хочуть до фіналу. А от чи опиняться вони там, вирішувати вам. І якщо ви на їхньому боці, обов'язково голосуйте за них за телефоном 0900 102 006 та відправляйте смс на номер 3399 з кодом 06. Розпочнеться голосування після останнього 10-го виступу. Хлопці, дякую вам. Це були Микола і Анатолій Кухаренки.